مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على القلم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, мы начинаем очередной республиканский маджлис Алимов, и пусть Всевышний Аллах убережет Дагестан от всяких фитан, от бед, от несчастий, и пусть сегодняшний наш маджлис послужит объединению рядов мусульман нашей республики. И, как у нас принято, давайте мы маджлис начнем с талбу, с покаяния, попросим Аллаха о прощении наших грехов. Бисмиллахи рахмани рахим. Ашхаду алла илляха илляллах. Ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Саллаллаху алейхи ва саллям. За все деяния и слова, которыми ты недоволен, прости нас, грешников, Аллах. По милости твоей мы молим. Сердца, забывшие тебя, устам грешит, давая волю. И каждый нечестивый шаг и зло, что сделано рукою, глаза, смотревшие на то, на что смотреть ты не дозволил, и уши, слушавшие то, чем не был ты, Аллах, доволен, за то, что я согласен был с тем злом, что предо мной творилось, за каждый вздох, что сделан был, забыв тебя, Аллах, прости нас. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Уважаемые братья, вот эта прекрасная мечеть, она носит и, иншаллах, будет носить имя досточтимого шейха Саид Афанди Куддиса сирру. Аллаху акбар! И на каждом маджлисе мы говорим о жизни одного из шейхов Шазалийского тариката. И сегодня, иншаллах, наш брат Мухаммад Ариф, имам селения Нечаевка, будет говорить о жизни Саид Афанди Куддиса сирру. Пожалуйста, Мухаммад Ариф. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, говорить сегодня об устазе Саиде Афанди Каддас Аллаху сирру, конечно же, если каждого из нас, если попросить сказать, наверное, мы можем говорить до утра. Почему? Потому что большинство из нас, дорогие братья, альхамдулиллах, мы были в том времени, мы были и видели нашего шейха Каддас Аллаху сирру, мы посещали его, и альхамдулиллах, каждому из нас он очень сильно помог. И тем не менее, дорогие братья, так как эту тему за мной закрепили, постараюсь очень коротко напомнить нам не то, что мы не знаем, просто то, что мы знаем, немножко нам с вами напомнить, чтобы мы еще раз в своих сердцах вспомнили его, хотя, конечно, мы о нем не забываем, тем не менее, немножко, что мы еще раз вспомнили. Дорогие братья, устаз Нахшманийского и Шазалийского тариката, Кутбу, обновитель, муджаддид религии Саид Афанди, родился в Чиркее Буйнакского района в семье Абдурахмана в 1937 году. Этот год, дорогие братья, был тот год, когда весь мусульманский мир настигла очень огромная беда. Этой бедой было то, что
Хасана Афанди Кадасалау Сиру, Мухаммада Ясуми Кадасалау Сиру и других великих, больших ученых в тот год репрессировали, и в тот год мы потеряли их. Именно в тот год, дорогие братья, рождается в селении Черкей маленький мальчик, которого звали Саид. И в последующем мы знаем, что Саид родился в ночь Бараат. В ту ночь, когда Аллаху Та'аля предначертил, и в ту ночь, когда делает людей либо счастливыми, либо теми людьми, которые этого счастья не получили. И мы видим, что этот мальчик на самом деле получил это огромное счастье, и благодаря этому мальчику получили огромное счастье и другие его мюриды. В ту ночь отец, у него когда родился сын Саид, в ту ночь он прочитал 3 раза суру Ясин и сделал хорошие дуа для своего сына, чтобы он был тем алимом, который будет наставлять людей и от которого будет польза для людей. Когда он укладывал своего сына спать, когда он находился в люльке, отец читал суру Аль-Фатиха, и вот так, говорит, он молча засыпал. Смотря на этого маленького мальчика, люди, которые находились у него в доме, все говорили, что, скорее всего, из этого маленького мальчика выйдет, из него станет очень величественный, хороший человек. И так в последующем, дорогие братья, и случилось. Отец очень любил и очень хотел, чтобы его сын получил великие знания в исламе. Но так было предопределено Всевышним Аллахом, что когда его сын дошел до суры Ясин, в тот день его отец заболел и в последующем ушел с этого мира. Дай Аллаху Та'аля, чтобы он был тоже в раю, дорогие братья. Хотя он остался без отца, хотя он стал сиротой, тем не менее, дорогие братья, он окончил чтение Корана, но так как в семье был недостаток, материальный недостаток, ему пришлось пасти сельские стада овец, ему пришлось пойти, дорогие братья, стать чабаном, и тогда у него не было возможности изучать религиозные знания. После этого, когда он уже поехал в армию, будучи уже взрослым человеком, по возвращении из армии, вот та тяга, которая была у него, тяга к исламским знаниям, тяга к религиозным знаниям, в нем она очень сильно преобладала, и он, оставляя свою работу, начинает изучение знаний. Он идет к своим муаллимам, которые находились в то время в старом Черкее. Если мы сегодня для себя, дорогие братья, представим, Саид Афанди Кадасалау Сиру на уроки ездил из нового Черкея в старый Черкей. В то время, когда не было так много машин, как сегодня, когда ему приходилось каждый раз добираться до федеральной трассы 3 километра пешком и затем на попутках добираться до старого Черкея, мы уже для себя можем понять, что в то время получать эти знания, конечно, было не очень легко. Если нам сегодня сказать, проходи 3 километра пешком, затем на попутках иди к своему муаллиму, и затем ночью в позднее время возвращайся домой, мы себе можем задать этот вопрос, и сколько из нас ответят, скажут, да, я могу так сделать. Вот в то время Саид Афанди Кадасаллаху Сиру так и поступал. В то время его муаллимами были хаджи сын Якуба и хаджи сын Патала. Они тоже также отмечали, и все те люди, которые видели Саид Афанди Кадасаллаху Сиру при его обучении, говорили, что он знания брал очень быстро. В Черкее, говорит, было очень много больших алимов, но так как Саид Афанди Кадасаллаху Сиру получал эти знания, и такое быстрое понимание, оно, говорит, не каждому давалось. В это время, после 30 лет, почти одновременно с тем, как он начал изучать религиозные знания, он вступает под опеку тарикатского наставника, и он является мюридом Абдул-Хамид Афанди Кадасаллаху Сиру из Инхо. После того, как он покинул этот бренный мир, когда Абдул-Хамид Афанди Кадасаллаху Сиру ушел с этого мира, в последующем он ищет устаза и, находясь в Хасаюрте, думая, к кому же пойти, пойти ли к Хамзату Афанди Кадасаллаху Сиру, который на тот момент был очень взрослым человеком, который был болен и которому уже мюридов не пускали, так как он болел. Кому же пойти? Пойти к другим устазам, которые находились на большом расстоянии. В этих сомнениях, будучи, когда он попадает в Хасаюрт, там ему объясняет, ему показывает, что есть человек, который находится в Нечаевке, которого он знал как большого хорошего алима. Вот тогда он узнает, что ему дали уже разрешение, и что месье Мухаммад Афанди Кадасаллаху Сиру из Нечаевки тоже имеет право на наставничество.
И Саид Афанди Кадусисиру делает для себя хукму, делает для себя решение, что этим человеком, который будет его в дальнейшем вести по пути тариката, будет именно Месеус Мухаммад Афанди Кадусисиру. Так, в 1984 году устаз из Батлуха Саду Хаджиасу Мухаммад Афанди Кадусисиру и также Месеус Мухаммад Афанди Кадусисиру, они ему дают изну, дают иджазу на наставничество. А в 1986 году он получает уже амру от них и становится уже тем человеком, который призывает людей, и тем человеком, который в последующем наставил огромное число мусульман, дорогие братья. Его супруга Узлифат Хажи, она рассказывает, что Кудьяу Кудисасиру, он очень, говорит, сильно любил эти знания, и каждый раз, когда он ездил в Чиркей, когда ему так было тяжело, вот возвращаясь оттуда, у него, говорит, день у него был, говорит, полностью по часам расписан. Максимум то, что он уделял для мирских дел, это было 2 часа. Все остальное время после ночного намаза он, говорит, старался сразу пойти спать. И проснувшись в половину первого ночи, после этого он, говорит, уже не ложился. Он занимался теми вирдами, которые ему поручил его устаз. После этого начинал изучать книги, шариатские книги читал. Сколько раз же, говорит он, когда делал свой вирд, у него, говорит, пальцы бывали уже в крови, настолько, что он, говорит, перевязывал свои пальцы резинкой, чтобы эта кровь не выходила. Вот так, дорогие братья, Саид Афанди Кудусисиру получал эти знания. Однажды она, говорит, рассказывает, что я, говорит, заметила, что у него... Вот в тот день, говорит, как бы настроения не было, он был очень печальный. Когда я спросил, что же, говорит, случилось, он сказал, что один алим из Гертма, которого зовут Асхаб, он, говорит, продает книги Ихьяи. И эти Ихьяи купить у меня же, говорит, денег нету. Он был, говорит, очень печальный этому. Тогда его жена ему говорит, у нас, говорит, там в сарае есть одна корова, давай мы корову продадим и купим тебе эти книги. И Саид Афанди Кудусисиру очень, говорит, обрадовался этим словам. Он продал эту корову, единственную корову, которая была в доме, отправился в это село Гертма, там купил эти ихья и вернулся домой. Это было зимой, было очень холодно. И Узлифат Хажи говорит, когда, говорит, он пришел домой, таким счастливым я, говорит, никогда в жизни его не видела. В тот день, когда он получил ихья и себе. Дорогие братья, говорить у Саид Афанди, конечно же, как я говорю, каждый из нас может часами. И, конечно же, дорогие братья, мы знаем таких людей, которые приезжали к тому человеку, который пас овец, к тому человеку, у которого не было практически никаких знаний, и человек, который за короткое время, за очень короткое время добился таких высоких степеней перед Всевышним Аллахом, к нему приходили очень много людей. Приходили разные люди. Приходили и бедные люди, и богатые люди. Приходили и алимы, приходили и обычные люди. Приходили люди из правительства. Приходили... из интеллигенции, то есть все люди приходили к Саиду Афанди Кудусисиру, чтобы получить от него то, что они желали. Кто-то получил от него баракат, кто-то получил какой-то совет, кто-то получил для себя, дорогие братья, то, что он от него ожидал. Но многие, альхамдулилля, получили от него то, что не, за что невозможно никогда отдать должное ему, это то, что они встали на путь тариката и в последующем то, что он их наставлял. Дорогие братья, за это очень короткую, скажем, жизнь, тем более с того времени, когда он начал изучать знания, он написал 9 книг. Эти книги сегодня не являются брошюрами, эти книги не являются какими-то статьями в газете. Это 9 книг, полноценных больших книг, в которых море знаний, дорогие братья. Более того, они, мы знаем, написаны в форме стихотворения, что мы знаем, очень является тяжело для человека. Говорят, что Хасан Афанди Кудусисиру является... муджаддидам в религии, что он обновил религию, тем более в Дагестане, когда было очень тяжелое время. Вот когда, говорит, прошло 100 лет, появился человек, который заново эту религию обновил. Этим человеком является, дорогие братья, Саид Афанди Кудусисиру. Смотря на те книги, которые он написал, все то, что он нам с вами рассказывал, дорогие братья, мы тоже можем, конечно, об этом говорить, что на самом деле он сохранил ислам в Дагестане, сохранил тарикат в Дагестане и более того продолжил его. Дорогие братья, в 2012 году вот большинство из нас тоже были там на Маулиде, на последнем Маулиде, в котором был Кудьяу Кудусисиру. Мы знаем, что на этом Маулиде, дорогие братья, было свыше 130 тысяч человек.
свыше 130 тысяч человек там на этом маулиде было. И каждый себе, если задаст вопрос, что меня туда привело, ни один человек не скажет, что его туда насильно позвали, что насильно его туда привезли или что-то другое. Просто человек пришел, узнал, что у Саида фани Кудиса сиру будет маулид. Вот это одно слово, дорогие братья, хватало. Альхамдулилла, сегодня тоже хватает. Дорогие братья, в 2011 году на последнем своем хаджи Саид Афанди Кудиса сиру говорит Абду Гафур Мухаммаду, рахиму Аллах, который в последующем также стал шахидом, он ему говорит, если даже, говорит, нас двоих не станет, если даже нас двоих убьют, религия ислам, она, говорит, не остановится, она будет продолжаться. Это, дорогие братья, уже было предназнаменованием того, что Саид Афанди Кудиса сиру говорил о том, что уже пришло как бы его время, что пришло уходить с этого грязного мира, в котором, дорогие братья, погрязли в грехах люди. И это также было намеком на то, что и Абду Гафур Мухаммад, рахима Аллах, тоже уйдет с этого мира шахидом. Мы знаем, дорогие братья, что если мы сегодня будем говорить о Саид Афанди, полностью этот маджлис можно только ему посвятить. Поэтому здесь я захотел бы это закончить, дорогие братья. Последние слова прочитаю, о котором говорит сам Саид Афанди Кудиса сиру. Те, кому посчастливится увидеть лето, передайте мое приветствие имаму Махди. С продавшими религию споры ведя, мне покинувшему сей мир, дуа не забудьте. Иншаллах, дорогие братья, мы делаем дуа, и после каждого намаза тоже просим, и в дальнейшем тоже будем просить, чтобы Аллаху Та'аля степени этих устазов еще больше возвеличил, и чтобы нам тоже даровал от них хоть немножко благодати. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Yeah.
Уважаемые братья, в нашей жизни Всевышний Аллах иногда нам дает шанс вступить на путь истины, шанс находиться рядом с Ахлюль-Хак, с людьми истины, помогать им, поддерживать их. Но тот человек, который не воспользовался этим шансом, конечно, он будет пребывать в большом убытке. Однажды один человек из Таифа посетил Мекку. Он был другом Аббаса. Аббас, мы знаем, это дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это было, уважаемые братья, период, то есть первые дни даавата пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первые дни, когда рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, было только 2-3 человека. Он посетил Мекку и вместе со своим другом Аббасом они идут по переулку Мекки и видят толпа людей. Из этой толпы навстречу к ним идут 3 человека. Первый человек идет странной, удивительной походкой, за ним женщина, и третьим идет молодой парень. И все смотрят на них. И этот друг Аббаса из Таифа, он посмотрел на них, спрашивает у Аббаса, кто это люди, почему все на них смотрят. И Аббас говорит, это первый, кто идет, это сын моего брата, это мой племянник, его зовут Мухаммад. Вот на днях, говорит, он провозгласил себя пророком. Он говорит, что он посланник Аллаха. И проповедует свою религию. Это когда даже сам Аббас еще не принял ислам. А за ними эта женщина, говорит, его жена. Зовут ее Хадижа. А третий молодой парень, это говорит сын Абу Талиба Али. Ради Аллаху анху. Они, говорит, его последователи. Конечно, эти люди, они не знали, что эти трое со временем, что они покорят весь этот мир. И этот человек, друг Аббаса, уважаемые братья, он принял ислам спустя 20 лет, когда был завоеван Таиф, город Таиф. Спустя 20 лет он принимает ислам, и до конца всех, и до конца своих дней этот человек с переживанием, с трепетью в сердце, он вспоминал вот этот день, когда он увидел Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка, Хадиджу и Али асхаба, радиаллаху анху. И он говорил, если бы я в тот день принял бы ислам, на этой земле я был бы 4-м человеком, который принял ислам. Я, говорит, остался там позади, передо мной, говорит, там десятки тысяч людей приняли ислам. И возвращаясь вот к этому событию, всегда он вот так говорил. И говорил, что я упустил вот эту золотую возможность. Шанс, говорит, у меня был, но я не воспользовался вот этим шансом. Такой шанс у нас тоже бывает, уважаемые братья. Но не часто, иногда бывает. Просто нам нужно вовремя, где надо, воспользоваться и находиться рядом с истинными людьми. Пусть Аллах даст нам тауфик. Я хочу слово передать руководителю отдела просвещения Дербентского района, нашему брату Курбан Хаджи, пожалуйста. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Хамдан юафи ниамах ва юкафи мазидах.
وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته дорогие любимые уважаемые братья уважаемые мусульмане недавно разговаривая с одним молодым человеком тоже недалекий от религии и знаний он небрежно сказал следующие слова. Что, говорит, это у нас на маджлисах? Постоянно, говорит, одно и то же говорят. Почему, говорит, наболевшие такие больные темы не трогают? Почему, говорит, только хуснул хулук, говорит, что больше тем нету, что ли? Да человек не понимает основу благополучия мусульманского общества, да и остального общества в мире, заключается именно в их нравах. Потому что Аллах, субханаху ва тааля, каждому дает то, что он заслуживает. И каждый из нас заслуживает то, что мы получаем. Аллах справедлив. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, когда его спросили, по какой причине, именно какая причина послужит тому, что много людей по этой причине войдут в рай. Он же ответил, что это является хуснуль хулук. А в первую очередь, такваллах. После богобоязненности, то есть уверовав Всевышнего Аллаха, его благой нрав будет служить причиной того, что он окажется в раю. Только лишь по их благим характерным чертам они смогут заслужить рай. Также этот человек спросил у посланника Аллаха, а какая причина будет тому, что люди попадут в джаханнам, по этой причине большинство людей, которые попадут. Он ответил, это два органа человека, фам и фардж, это являются половые органы и его рот, язык, по которой несдержанность языка, он попадет в джаханнам, и суль хулук, и его дурной нрав. Аиша радиаллаху анха передает от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха сказал: «Инна аль-хусна аль-хулук ва хусна аль-джавар, воистину благой нрав и благое соседство, уметь быть достойным соседям, василяту рахми и почитать родных и близких, не разрывать родственные узы, ямурна аль-дияр ва язидна фил-амар». Они увеличивают население и людей увеличивают продолжительность жизни. Если даже эти люди будут грешниками, будучи даже непокорны, грех, что такое это? Ослушание Аллаха. Даже если это народ, определенное государство, если будет народ, на совершающие грехи, но при этом у них будет благой нрав, будут они соблюдать добрососедские отношения, и если они будут держать родственные узы, то у них благополучие и порядок будет в их государстве. Ата ибн Рабах рассказывает от ибн Умара, да будет доволен Всевышний Аллах над ним. Ибн Умар сказал, говорит, Атау, я был одним из 10 человек, которые присутствовали в мечети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, среди которых был Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Абдурахман, Ибн Мас'уд, Муаз, Хузайфа, Абу Саид аль-Худри, и я сам, говорит, Абдулла ибн Умар. Вот мы 10 человек присутствовали в Медине, в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фаджаа фата мин аль-Ансар. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم جلس فقال и когда мы присутствовали, говорит, зашел, говорит, мечеть один юноша из ансаров, дал салам нам и присел, говорит, возле посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и начал спрашивать у посланника Аллаха айюль муминина афдаль из муминов, верующих людей, миллионы людей, кто более почтенный перед Всевышним Аллахом. Факаля посланник Аллаха отвечает ахсунуху хулукан, и наилучший из них нравом он более почтенный перед Всевышним Аллахом.
Факал, юноша продолжал, фаайюль муминина акьяс, а кто из муминов более благоразумный, более обладающий аклом, разумом? Факал, посланник Аллаха пояснил, аксарум лиль маути зикран, больше, чаще вспоминающий смерть. Ва ахсанум лаху истиададан, и наилучшим образом готовящийся к смерти. Пока живет, не забывает о смерти и готовится встретиться с Азраилем и предстать перед Всевышним Аллахом достойно. Сумма сакат. Затем этот юноша замолчал. Вопросы у него закончились. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, акбаля алейна, говорит, Ибн Умар говорит, он повернулся уже к нам, говорит, посланник Аллаха, к тем десятерым, которые присутствовали, факали и сказал, «Я маашар аль-мухаджирин ансар, о общество мухаджиров и ансаров, хамсу хисалин изаб тулитум бихин, ва аузу биллахи ан тудрикухун». Когда пять пороков постигнут вас, общество, и я прошу Всевышнего Аллаха защиты для того, чтобы сохранил, чтобы вы не достигли этого, говорит, обращаясь к ним, сказал он, то есть в их период, в их замана это не случилось. Когда эти пять пороков выявятся, то обязательно мусульмане столкнутся пятью проблемами большими. И это все будет, когда нравственность будет опускаться в обществе, когда благонравие будет потеряно, они будут повержены этим пороком. И мы должны остерегаться, чтобы это не постигло нас, но хотя мы живем уже в это замана. «Лям тазхарил фааша фи каумин» — не будет, говорит, распутство распространяться в народе. «Юлину биха» — и они будут это уже не будут скрывать, уже явно будет это распространяться, распутство, прелюбодеяние. «Илля фаша фихиму та'ун валь ауджах» — в то время Аллах Субхана ва Тааля ниспошлет на них болезни, которые будут заразными болезнями, и от которых исцеления не будут они знать. «Лям такум фима мада мин аль асла фихим» — и эти пороки, эти болезни не были в прежних народах. Сегодня мы видим, как активно распространяется СПИД на свет. И это причина балах, который распространяется из-за распутства, которое появилось от падения нравственности людей. «Валям янкусуль микьяля валь мизан» — а когда люди начнут обвешивать друг друга, обманывать на рынке, в торговле, бизнес, когда будет грязный у людей, «Илля ухизу бисинин» — они подвергнутся кризисам, начнут годы кризисные. «Шуддатиль му'нату ваджауру султани алейхим» — тогда будет кризис в народе материальный, и будет над ними правитель, будет тиран. Сейчас люди, многие народы, они жалуются на своих правителей, они недовольны своим положением, материальным положением и общественным положением, но при этом не понимают, что эти проблемы нажили люди сами себе. Мы себе создаем такое состояние в обществе. «Валям ямнау заката амвалихим» — а когда они перестанут выплачивать закат со своего имущества, «Илля муни'ул катар минас сама» — тогда дождь прекратится с неба, то есть это не означает, что дождь вообще не будет идти. Она не будет идти посезонно, она не будет идти там, где нуждается народ и посев нуждается в этом дожде. «Валяу ляль баха им» — но если бы не животные, «лям юмтиру» — им вообще не было бы дано дождя. Те животные, которые живут из-за рахмата Аллаха к ним, Аллах не спасает эти дожди, которые сегодня льются на нас. Но не из-за нашего нрава и не из-за того, что мы сегодня заслуживаем рахмат Аллаха. Так как те пороки, о которых посланник Аллаха предупредил, ведь мы видим сегодня, они распространены в обществе. «Валям янкуду ахда Аллахи ва ахда Расулихи» — а когда они отвернутся от Всевышнего Аллаха и его посланника, не соблюдая их веления,
закона Аллаха и сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саляма, «Илля саллаталлаху алейхим адувуху мин гайрихим», то они подвергнутся нападению их врагов извне. То есть на их государство будут нападать другие государства. Мы сегодня видим, в каком положении находится мусульманское государство, подвержены гнету со стороны кафиров. Но это причина того, что люди стали ослушиваться Всевышнего Аллаха. وَمَا تَرَكَ أَيْمَّتُهُمُ الْحُكْمَ بِكْتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. А если же имамы, алимы того народа оставят решение в соответствии Всевышнего Корана, Всевышнего Аллаха, إِلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, то будет междоусобица внутри народа. Не извне будут на них нападать, а будет братоубийство распространяться между братьями и мусульманами в самом государстве. Это тоже мы видим. Вот Сирия, Ирак, как друг друга мусульмане убивают. И это тоже является хукму Аллаха. Но это не является зулму от Аллаха. Это является справедливость, то, что заслужили эти народы. Мы же не можем сказать, что Аллах несправедливо поступает с народами. Но когда вот вышеперечисленные ошибки совершают народы, то они обязательно подвергнутся подобным проблемам. Не удлиняя проповедь, хотелось бы завершить на том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, посчитал важным. Когда мы отправляем сына в армию или куда-либо, отец делает насихат. Отец с детства учил сына. Но когда отправляет его, уже последний момент напоминает ему о самом важном. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саляма, когда отправлял Муаза ибн Джабаля, да будет доволен Всевышний Аллах над ним, на дават, «Кана ахиру ма аусани бихи Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саляма», Муаза ибн Джабаль говорит, «Последнее то, что завещал мне посланник Аллах перед моим уходом, «Хина джаальту риджли фи фильгарзы», когда, говорит, я уже ногу поставил, говорит, на стремя лошади, уже готов был скачать на лошадь и ускакать, остановил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, и говорит ему, «Хассин хулакака маан наси, я Муаз ибн Джабаль, ты улучшь, сделай благим твой нрав в отношении людей, я Муаз сын Джабаля». И мы знаем из истории, какое благо принес Муаз ибн Джабаль, отправившись по наставлению пророка, саллаллаху алейхи ва саляма, и какой ислам от него распространился там. А что было завещание посланника Аллаха, и что стало причиной того, что ислам так быстро распространился, это является завещание посланника Аллаха, принятое Муазом, это благой нрав в отношении людей. Вот то, что мы сегодня видим распространение ислама в России и в мире, только лишь рахмат Аллаха и благой нрав, который показали мусульмане. А ту вражду, которую мы сегодня видим в отношении ислама, и то отвращение людей от ислама, тоже является наш нрав. Кто-то меня видел со стороны, как я совершал преступление. Это отвернуло его. Но я об этом не знаю. Делая проповеди, насихат, говоря сейчас о благом нраве, призывая людей, я не знаю, кто отвернулся от ислама, посмотря на мой дурной нрав. А если же кто-то и наставился, не от того, что я много разговаривал, что-то, значит, понравилось, увидел человек, и это привлекло его к исламу. Теперь мы, как и это Муаз ибн Джабаль, уважаемые братья, уважаемые мусульмане, можем или отвернуть людей от ислама, или привлечь их к исламу не красивыми своими разговорами, а поступками, соответствующими этим словам. Дай Аллах нам нрав, такой табиат, хасият, который не будет отгонять от ислама людей, а будет, вот видя нас, чтобы люди полюбили религию, полюбили нас и последовали за нами, я Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мауля я салли ва саллим да иман абадан аля хабиб.
خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على القلم محمد باسط المعروف جاهله محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قائدا محمد صادق الأقوال والكريم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خبيت بالنور قنته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو الشرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضاري محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق مالي نبيه محمد مجملا حقا على العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. И мы слово предоставляем заместителю имама Джума мечети города Касвис, нашему брату Абдулла Хаджи, пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Сегодня Казим Хаджи Хафизахуллах меня попросил рассказать про талак, про развод, так как развод это является самой большой, можно сказать, проблемой сегодня для имамов. Даже вот наши имамы, которые сидят здесь, могут подтвердить. Если даже имам одной мечети или города, или поселка будет целый день сидеть с утра до вечера, к нему будут приходить только никах, талак и какие-то там разборки какие-то, своими словами, если сказать. Почему это происходит? Потому что молодые наши дети 21 века и конца 20 века, они не считают, как бы можно сказать, большой проблемой те вещи, которые происходят после талака. Очень часто приходят молодые, которые разводятся, и разводятся не просто одним разводом, да, один развод, полностью три развода дают, приходят и обращаются найти путь, дорогу и так далее. Когда им говорит, что нет, ты полностью жег за собой мосты, нет никакой дороги для тебя. Ты сделал очень глупую вещь сделал, когда говоришь. Люди, которые, можно сказать, настоящие мужчинами себя, которые называют, начинают даже плакать, рыдать и так далее. То есть до этого момента, до этого состояния доводить не нужно себя. Здесь молодые сидят, это обращение, сейчас все обращение будет у меня к молодым. Почему? Потому что наши родители, в лое время наши родители, они не знали, что такое талак.
То есть настолько они считали, что развод это невозможно, они даже не интересовались разводом. Давайте поинтересуемся, когда вернемся домой, молодые, поинтересуемся своих родителей, как они жили, как бок о бок муж и жена воспитывали своих детей, как они вместе работали. На заводах, когда муж работает на токарном станке, рядом жена работала тоже, или уборщица и так далее. Вот так воспитывали нас они. Бок о бок, можно сказать. И что такое развод, не знали абсолютно. Очень часто подходят молодые, спрашивают слово «развод». Как развестись? Мы говорим, что мы не люди, которые обучают разводу. Мы люди, которые наоборот подтягивают, притягивают к никаху, чтобы был в семье мир и гармония. Отказываемся говорить слова развода. Объяснять им. Развод – это такое, можно сказать, действие, которое является дозволенным в шариате, но согласно хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, Аллаху Тааля гневается. И если мы заметили, есть такие моменты, такие вещи, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегает нас, не в положительной форме, разъясняя, и точно так же и в отрицательной форме тоже объясняет. Ну, я сейчас своими словами объясню вам. Есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, общеизвестный хадис, «Абгаду л-халали иллаллахи ат-талак», из дозволенного, из дозволенных вещей, которые Аллаха приводит в гнев, это развод. Еще другой хадис есть в отрицательной форме, который говорит пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, «Ма ахаллаллаху шайан, абгада илейхи мин-талак». Не разрешил Аллах ничего более ненавистного ему, чем развод. Ученые, рахимахумуллах, мухаддисы говорят, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если подошел к какой-то проблеме разными методами, в отрицательной форме, положительной форме, этим он разъяснил нам важность этой темы и также неприемлемость этого развода в исламской семье. Когда мы женились, это конце, можно сказать, 20 века, начало 21 века примерно, даже я помню, выдавая замуж, родители сажали девушку и делали насиха ей. Смотри, дочь, ты выйдешь замуж, ты забудь, что у тебя есть здесь комната и дом. Отныне ты живешь и будешь жить с мужем. Да, будут какие-то проблемы, будут какие-то унижения могут быть, однако ты должна это вытерпеть. Ты забудь о родительском доме. Вот такими насихатами провожали свою дочь. Точно так же и парня тоже. Родители, родственники, семья предупреждали, смотри мне. Мы тебя берем из самой лучшей семьи, не позорь нас. Уважай ее родителей. Говоря о талаке, о проблеме талака, здесь как бы ругать именно мужской пол или женский пол, кого-то выделять невозможно, потому что каждый вопрос является индивидуальным. Здесь или бывает супруга виновата, а чаще бывает супруг виноват. Потому что мужчины, они являются кавамами. Кавам – это в переводе означает попечителем является. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, нас предупреждал и говорил, «Ан-нисау шакаику риджаль». Женщины – это головная боль мужчин, говорил пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Этим нам объясним, что когда ты женишься, в любом случае у тебя проблемы будут какие-то, но ты должен их решать. И, решая этот вопрос, ни в коем случае ты не должен пугать свою супругу с Аллахом. Ну какой может быть мужчина, когда доводит, допустим, как бы ссоры доводят до пугания с разводом? То есть других выходов он не нашел и говорит своей супруге, я разведусь с тобой, если не так. Это не поступок настоящего мусульманина, братья. Несколько хочу привести советы наших алимов, которые нам оставили
к нашим мужьям, то есть нам с вами, мужскому полу. В первую очередь, когда мы берем замуж, у нас бытует мнение в Дагестане, я в других республиках не знаю, в Дагестане бытует мнение, что родственники жены – это не родственники. Вот так говорят. Много я слышал такое. Это неправильно. Если так думает, значит, он противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь мы знаем от достоверных хадисов, от Аишата, радиаллаху та'аля анха, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уважал не только родственников, знакомых, подружек, умерших Хадиджа, радиаллаху та'аля анха. И сама Аиша признается, я не ревновала, говорит, к другим женам, живым женам, больше, чем даже Хадиджа умершей. То есть, умершей Хадиджи больше ревновала, нежели чем живым женам. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно почитал то, что связано с Хадиджей. И передается, как каждый раз, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приносил жертвоприношение, резал животное, какую-то часть он отправлял знакомым, подружкам Хадиджа, радиаллаху та'аля анха. Точно так же передается от Аиша, радиаллаху та'аля анха. Однажды к ним пришла пожилая женщина, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к ней и спросил у нее, кто ты? Она сказала, Джусаматуль Музания меня зовут. Джусама это означает некрасивая, немножко уродливая, вот такой смысл. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, улыбнулся и сказал, «Анти Хасана», сказал, «Ты прекрасная». И когда Аиша, радиаллаху та'аля анха, увидела это и диалог, и спросила, «А кто она?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Эта женщина приходила во время Хадиджа, и Хадиджа тоже ее уважала, поэтому я ее тоже зауважал». И дальше продолжил, «Ва'анна хуснал ахди миналь иман», сказал. Соблюдение хурмата, уважение тех обязанностей, которые человек взял, это из имана. Поэтому, братья, в первую очередь мы должны знать, когда мы женимся, мы точно так же, как уважаем своих родителей, почти как родители, мы должны уважать и тёщу, и также тестя тоже. Точно так же мы должны давать разрешение своей супруге посещать ее родственников. Ни в коем случае не противиться этому. И передается также, когда жена бывает в истерике, ругает, ни в коем случае, говорит, ты не давай отпора. Это ученые так говорят. И для этого есть далили. Говорят же в народе, когда женщина молчит, лучше не перебивать. Но когда она начинает разговаривать, тоже лучше не перебивать. Лучше молчать, выслушать ее. Так как это... Этим мы как бы следуем за Умаром, радиаллаху та'аля ан, и общеизвестный рассказ, который передает Ибн Хаджар аль-Хайтами в Заваджире, также и Буджайрими фи Хашиятуль Манхаджи. Есть рассказ такой, когда один хотел пожаловаться на свою супругу и пошел домой к Умару, радиаллаху та'аля ан, и когда хотел зайти к нему, он слышит, что его жена его ругает. Умара, от имени которого в то время боялись персы, Византии, его жена его ругает. Он поняв свою ситуацию, хотел уйти, Умар его увидел, подозвал, спросил, что случилось, почему пришел. Он объяснил вот так, хотел пожаловаться на свою супругу, увидел твое положение тоже, и решил вернуться. И Умар, радиаллаху та'аля ан, говорит, моя супруга много чего взяла, то, что я должен выполнять. То есть она печет, она стирает и так далее. Неужели я не могу вытерпеть ее истерику? Говорит. Поэтому, исходя из этого, мы должны сделать для себя вывод. И когда бывает истерика, не пугать ее с разводом. Не пугать ее, что вторую возьму, а именно выслушать. А потом в конце, когда она успокоится, красиво объяснить. И в конце хочу для женщин тоже, ну, женщин здесь нету, но все-таки скажу. Женщины часто тоже бывают виноваты в талаке. Вот недавно, буквально вчера, когда я читал проповедь, я рассказывал своему джамаату,
Вот ко мне подошел один молодой парень, который дал 3 раза развод. И я его начал спрашивать, почему ты это сделал? Он мне говорит, 7 раз она уходила к родителям. 7 раз она уходила к родителям, и я ее возвращал. Потом села на колени передо мной, начал умолять, дай мне 3 развода. Я дал, говорит, ему 3 развода. А почему она уходила? Потому что ее мать ее принимает. Потому что ее мать не говорит, иди к своему мужу, живи с ним. А проблемы не было у этого мужа. Он рабочий, работающий человек, мусульманин, намаз делающий. И после этих слов, когда я уже спускаюсь после джума, ко мне подходит еще один наш брат. Моя жена, говорит, 10 раз уходила. Действительно, это проблема очень большая. Поэтому, о, сестры наши, будьте покорными. Будьте покорными и не делайте маленькие какие-то причины, основы для развода. Женщинам очень легко заработать рай. Очень легко. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится, «Ида саллатил мар'ату хамсаха», когда женщина совершает 5 намазов в день, «Васамат шахраха», соблюдает пост Рамазан месяца, «Вахафизат фарджаха», целомудренно является, «Ваатаат зауджаха», и будет покорной для своего мужа, «Кила лаха удхули мин айи абуабил джаннати шит». Когда наступит судный день, ей скажут, «Из каких хочешь ворот заходи в рай, выбирай». Хадис пророка, достоверный хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, исходя из этого, то есть сделав вывод из этих хадисов, иншаллах, наши сестры тоже проявят немножко сабру. И если мы, мужья и жены, будем понимать друг друга, проявлять сабру, в нашем доме, в нашей жизни будет гармония. Иншаллах, альхамду лиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях, вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. عليك صلى الله يا خير قلب الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير قلب الله والآل والأصحاب Аллаху саллю ва саллим.
предоставляется имаму центральной мечети города Махачкала Мухаммад Хаджи. Пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассаляту вассаляму аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баад. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Уважаемые братья, я хочу рассказать сегодня это суфизм, тасавуф. Сегодняшний день, когда есть среди нас братья, еще сомневаются, тасавуф и соответствует ли тасавуф, суфизм Корану, соответствует ли он сунне, хочется привести кое-какие доводы, не для того, чтобы мы, которые находимся в этом тасавуфе, что у нас есть сомнения, а для того, чтобы у тех братьев и сестер есть какие-то сомнения, чтобы они выкинули эти сомнения и следовали этому пути, пути всех валиев Аллаха, пути величайших ученых ислама. Как мы знаем, Дагестан, он является родиной таких ученых, шейхов, и нам далеко ходить, кого-то других пример приводить даже нету необходимости. В первую очередь, что мы знаем, когда человек первый раз приходит к шейху, какие он задания ему дает? Вот посмотрим с этого, с того, что поручает шейх мюриду читать. Первое, конечно же, это, ну, взяв, например, вирд, это первое, чему учит шейх своего мюрида, это истихфар. Вот составляющая вирда является истихфар, салават, зикр. Это первый вопрос, да, и второй вопрос, когда мы озвучим, иншаллах, с Корана, с хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, соответствие этих вирдов и Коране, и Сунне, и потом возникает вопрос, на который, иншаллах, тоже дальше будем рассказывать, нельзя ли человеку самому это читать, без того, чтобы он стал под опеку шейха. На это тоже, иншаллах, ответим. И первое, шейх своего мюрида учит это истихфар. Истихфар – это сказать «Астагфируллах», «Астагфируллах, ладзи ла илляхи илляху аль-хайя аль-кайюм», «Астагфируллах, вату билях». Разные формы есть истихфара, то есть искреннее просение, прощение у Всевышнего Аллаха за свои грехи. Именно в том виде, который нам дают шейхи истихфар, «Астагфируллах, ладзи ла илляхи илляху аль-хайя аль-кайюм, вату билях», именно в этой форме хочется сказать, что есть хадис, который передал Ибн Аби Шайбах от Абу Саид Аль-Худри, радиаллаху анху, где говорит, что вот этот истихфар, кто прочтет, говорит, 5 раз, каждый день, если будет читать 5 раз, говорит, простятся ему грехи, если даже будет их количество, количеством пены в море, которое бывает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам говорит в достоверном хадисе, что поистине я каюсь, делаю тобу перед Всевышним Аллахом день 100 раз, в другом хадисе есть и 70 раз тоже сказано. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который не имел грехов, он даже если 100 делал, тем более тот истихфар в той форме, которую мы говорим, которую нас учат шейхи, есть на это хадис тоже, кто-то и 100 раз, кто-то и 200, и 500, и больше может читать. Уран аят Всевышнего Аллаха, бисмиллахи рахмани рахим, ватубу илля Аллахи джамиан айюхаль муминун, где Всевышний Аллах повелевает нам непременно каяться от всех грехов, делать таубу, повеление Всевышнего Аллаха идет. Вот. И кто может сказать, вот это вот обучение делать таубу, истихфар, не является из Корана и Сунны? Конечно же, мы видим, что это из Корана и Сунны. А дополнительно в книгах тарикатских шейхов они поясняют еще более нам, простым людям, которые мы глубоко не понимаем это таубу, покаяние, дают пояснение, очень хорошее пояснение. Например, Хасан Хальми Куддиса сирруху в своей книге «Талхиус Умаров» пишет: «Сумма минал ваджиби аль-итьяну бишарайки тауба, куллиха валя якфи истихфару биллисан факат, кама хува шану аксарин нас». Потом говорит, обязательно совершать таубу, покаяние, когда человек стал на истинный путь, со всеми условиями этого покаяния. Со всеми условиями, говорит, и недостаточно говорить просто на языке «Астагфируллах», как это состояние, говорит, большинства людей. Этого недостаточно, говорит. И он далее поясняет, что условия таубы какие, это оставить грех, опечалиться, что он совершил грех,
намерение делать не возвращаться к совершению грехам. И если есть у кого-то что-то отобрал, у кого-то что-то украл, забрал, в обязательном порядке, конечно же, это все вернуть и попросить у них прощения, если есть у него такое положение. Вот что входит, это первая часть наших вирдов, это истихвар, который. Никто не сможет абсолютно сказать, что это не является сунной, не является соответствующим тому, что в Коране Всевышний Аллах говорит. Вторая составляющая вирда – это салават, который мы читаем. И, ну, конечно же, здесь аят Корана, где Всевышний Аллах говорит «Бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха ва малаикатаху саллюна аля наби, я айюха аллазина аману, саллю алейхи ва саллиму таслима». Где Всевышний Аллах говорит, что поистине Всевышний Аллах сам и его ангелы благословляют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И вы, о верующие, обращаясь к Всевышний Аллах к нам, говорит, и вы благословляете его. И всех ибадатов, и всех тех повелений Всевышнего Аллаха, которые Всевышний Аллах установил нам, единственное то, что Всевышний Аллах делает и сам тоже, то есть благословение пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и повелевает ангелам, и повелевает нам, умми пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже благословлять пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Где хадисы, мы же знаем, сказано, что кто один раз благословит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах его благословляет 10 раз. Кто 10 раз благословляет, Всевышний Аллах благословляет этого человека 100 раз. И так далее. Чем больше, тем больше этот человек получает благословение Всевышнего Аллаха. И формы этого салавата тоже, они тоже разные. Вот. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин кама саллайта аля сайидина Ибрахима. Такой форме. И тот, та форма салавата, которую мы читаем в вирдах, имам Саид Ахмад Дахран, он говорит, что любое чтение салавата, какой бы форме ни была, которая вот перечислена, да, и тот, который у нас в форме, в нем, говорит, есть польза, говорит. Нету разницы, что именно в такой форме читают, в другой форме не читают. И опять же, к чему мы приходим? К тому, что чтение салавата, которому нас учат шейхи, идет в первую очередь с Корана, потом с сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из хадисов. Третья составляющая вирдов – это зикру. «Ля иляха илляллах» говорит. Первое, конечно же, Всевышний Аллах в Коране как говорит? «Бисмиллахи рахмани рахим, я айюха аллазина аману, вкуру Аллаха зикран кафира». Всевышний Аллах говорит: «О верующие, вы упоминайте Аллаха многочисленно». Нету там количества, когда иногда говорят, вот живет, почему там 100 раз только не делаешь, почему не 200 раз, а почему там бесконечное количество раз вы читаете зикру. Всевышний Аллах не поставил ограничение делать зикру, такое-то количество делать и больше этого не делайте. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Фаткуруни адкуркум», вы упоминайте имена, я вас буду упоминать. И много таких аятов можно приводить, но... Опять же, вот я просто, когда мы говорим зикру, говорит «Ля иляха илляллах», действительно есть другие формы зикру, упоминания Всевышнего Аллаха. «Субханаллахи ва бихамдихи», просто «Субханаллах» сказать, «Аллаху акбар» сказать. Эти формы тоже являются упоминанием Аллаха. Но почему именно «Ля иляха илляллах»? Потому что когда нам шейхи дают именно зикру «Ля иляха илляллах», нет отрицания того, что в другой форме тоже можно делать. Но именно «Ля иляха илляллах» – на это есть хадис, который передает имам Тирмизи, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Афдулу зикри ля иляха илляллах». Наипочтенное, наилучшее упоминание Всевышнего Аллаха – это «Ля иляха илляллах» говорит. Вот, поэтому упоминание Аллаха, от него какие пользы есть, мы знаем это, как ржавчину очищает трение, если мы будем его треть, очищать железо ржавое, как она очищается, точно так же зикру очищает наши сердца. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что когда один человек пришел к нему: «О, посланник Аллаха, говорит, много, говорит, есть повелений в исламе, расскажи, говорит, мне какое-нибудь одно из них, которым я, говорит, буду тверд и буду постоянствовать на нем». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает: «Ля язалу лисанака ратбан мин зикриллях». «Пускай не перестанет, говорит, твой язык быть мокрым от упоминания Аллаха». Настолько даже вот нету границы упоминанию Аллаха. И огромная польза в том, что мы упоминаем Всевышнего Аллаха. Вот эти три вещи, которые составляющие вирда, и на каждой есть довод Корана и довод сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Теперь другой вопрос, где возникает: для чего я же могу это все читать и сам тоже?
Я узнал, что в этом есть благо, есть огромное воздаяние, есть хадисы, подтверждающие, что истихфар, салават, зикр делать. Я сам буду это делать, зачем мне идти к шейху? Но это же могут сказать только те люди, которые они не были у шейхов. А мы, я, например, свой личный пример тоже вам могу сказать, что, я даже могу уверенно сказать, что это невозможно. Возьмите вот эти все перечисленные из них пар, салават, зикр, возьмите кто-нибудь, кто не идет к шейху, по 100 раз для себя в день хотя бы прочитать, возьмите. Может быть, вы принципиально, чтобы я им докажу, что я читаю, там день-два продержитесь, но больше недели никто не сможет продержаться. Или забывает, или Аллах не дает ему тавфик. А когда мы берем у шейхов, не просто же шейх идет, это же у него же сильная цепочка к самому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, идет. Тот нур, который идет от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, благодаря этому баракату же мы его можем читать и не только 100 раз утром, и вечером 100 раз, и 500 раз утром, и 500 раз вечером. Это же, кто это вкусил, только тот может это понять. Но для примера хочется привести, что слова такого величайшего ученого, который цитирует имам Шаарани в своей книге «Аль-Аджибату Мардия», где он приводит слова Изуддин ибн Абдусалама, а Изуддин ибн Абдусалам – это величайший ученый, про которого говорят «Султан-уль-Унама», то есть султан Алимов, он правитель всех Алимов, настолько знающий человек был. Он говорил, до встречи с Абуль-Хасан Аш-Шазали, Кудиса Сирху, я, говорит, был уверен, что невозможно приблизиться к Всевышнему Аллаху, кроме как следования фикху. А когда он встретился с ним, признал, говорит, величие пути суфиев и сказал, что самым веским, самым таким, самым большим доказательством истинности пути суфиев, это, говорит, является то, что у них есть караматы. И которые, говорит он, я не видел у факихов, какого бы уровня знаний они не дошли. Какого бы уровня знаний не дошли, я не видел, говорит, это не доволен какие-то караматы, а караматы Всевышний Аллах дает кому? Дает только своим любимцам. Мы же не идем просто как суфийскому шейху, как какую-то должность получил суфийский шейх, или как имам, или кто-то. Мы идем к этим людям как любимцам Аллаха. Мы идем к этим людям как любимцам Аллаха, которого Всевышний Аллах наделил караматами, как это и бывает у любимца Всевышнего Аллаха. Вот, поэтому этот путь, он когда вступил, он признание такого величайшего факиха. Ахмад ибн Хамбал, рахимахуллах, тоже мы знаем, что говорил, он вначале отрицал путь суфизма и своего сына остерегал, смотри, мой сын, держись от этих людей, говорит, подальше, поистине я вижу, говорит, что они мало знающие люди. Но когда он увидел, встретился, увидел, что у них не только богобоязненность, но и знание тоже, обладание знанием, будь то в Коране, хадисах, фикхе, во всем, он убедился, как бы, да, это их не степень, когда понял, узнал, он говорит своему сыну, о сын мой, я тебе завещаю, находись с этими людьми и будь близок к этим людям. Вот, имам Шафи, рахимахуллах, хабиба илляя мин дуньякум саляса, говорит, мне, говорит Всевышний Аллах, три вещи, говорит, сделал, как бы, которые я люблю, говорит, три вещи есть. Таркуль такаллюфи ва ашатул халки бит талатуфи, говорит. Это, говорит, первое, это оставит, говорит, возлагать на себя того, что он не может делать, трудные вещи на себя не возлагать. Обращаться с людьми, говорит, с мягкостью, говорит. И валихтида обитарихи ахли тасавуф, исследовать, говорит, пути ахлю тасавуф, то есть суфизма. И пример много-много можно приводить. Например, самая такая известная книга, самая из первых книг, написанная про тасавуф, про суфизм, это «Рисалатул Кушария», который написал Абуль-Касим Аль-Кушари, Кудиса Сирху. Это книга, которую читали все величайшие ученые, которые цитировали в своих книгах, вот Рисалатул Кушари так написано, Рисалатул Кушари так написано, цитировали все величайшие ученые, один из них, который является имам Навави. Я сам лично читал, что имам Навави, например, будь то Шархи Сахих Муслим или в других книгах, говорил имам Абуль-Касим Кушари в своей книге Рисалатул Кушари, вот такой приводил. То есть признание их этого пути, пути тасавуфа. И сам имам Навави, например, Ибн Хаджар Аль-Хайтами в своей книге приводит Фатава Аль-Хадисия, где он говорит, что имам Навави, повинуясь своему шейху, вот, Ясин его имя было, и повинуясь ему шейху, говорит, сказал ему, а ему было где-то 44 года только, еще как бы не взрослый, он не болел, ничего,
Ты говорит, те книги, которые ты взял у кого-то там в аренду, у кого-то ну, на время взял пользование, все верни и отправляйся, говорит, к себе домой. Он послушался его, все, что было к книге, если что-то должен был, все вернул, вернулся домой и через непродолжительное время скончался. Это как бы хикмат был его шейха, который об этом уже было известно. Поэтому вот Закария Ан-Ансари и другие имам Газали, целые ихья, какие величайшие имамы Газали, вообще что пишет? Мунказу Минал Далар, такая книга есть, где он как ну, спасение от заблуждения, где он говорит, что я говорит, изучил много путей, говорит, я изучил философию, я изучил такие-то течения, но когда я начал изучать тасавуф, суфизм, я понял, что это и есть тот истинный путь, и это и есть тот путь, которому нужно придерживаться, и он стал этого придерживаться и написал после этого уже, конечно же, знаменитую свою книгу «Ихья Уль-Умуддин». Вот поэтому нам, дорогие братья, нету сомнения, что тасавуф это соответствует Корану и Сунне, нету сомнения, что это правильно, есть просто иногда сомнение в том, что действительно является ли шейх истинным шейхом. Для этих людей хочется привести, ну, как бы, кто хочет узнать, действительно ли этот шейх является действительным шейхом, просто посмотреть, какие он вирды дает, как написано это в книгах тасавуфа. Например, такие книги, как «Джами Усуль Филь Авлия», такая знаменитая книга шейха Хасан Хайме Аль-Кудиссиру, это «Тамбиху Саликин». Пускай посмотрят, где он говорит, если шейх утверждает, что шейх Нахшбандийского тарихата, пускай сравнит их вирды. Эти вирды, они известны, они не засекреченные что-то. Посмотрит, соответствует этим вирдам. Да, соответствует. Тогда надо следовать за ним. Это один из путей, как можно различить истинного шейха от неистинного. Еще можно, конечно же, много говорить, но один пример просто приведу, хоть время чуть-чуть займу, наверное, я думаю, в этом польза для других тоже будет. Когда первая книга, которую я читал про тасавуф, это была «Адабул Марзиев». Это книга, написанная шейхом Джамалдином, и это было еще до 90-х годов, до того времени даже, когда я пошел учиться. Она была переведена еще его же сыном, и в такой старорусской дореволюционной книге «Кавказские горцы» есть, она там напечатана тоже. Я прочитал, в общем, коротко прочитал эту книгу, прочитал, у меня суть в голове осталась. Эта книга, где этот автор хочет подвести человека к тому, что нужно постоянно упоминать Аллаха. Если он отвлекся, если он забыл упоминание Аллаха, пускай делает таубу, покаяние, и опять начинает вспоминать Всевышнего Аллаха. Пускай он свой взор уходит по улице с попущенным взором, и пускай он не смотрит на такие посторонние предметы, которые запечатлятся в его сердце, и из-за этого он забудет Всевышнего Аллаха. Я читаю, как бы, ну, человек невежественный, не знающий, не понимающий, я думаю, ну что там постоянно этот уклон такой, Аллаха поминаю, что там такого трудного я себе говорю. Вот же я говорю, Аллаха поминаю, и сижу, например, там кушаю, и внутри Аллах, Аллах держу. Например, минута-две не проходит, я себя ловлю на мысли, забыл сразу же. Опять я начинаю, да нет, я смогу, почему я не смогу? Аллах, Аллах, держу, минута-две не проходит, ловлю сразу же на мысли, что я не мог этого делать. Вот. И в дальнейшем, когда я встречал людей, которые выступали против суфийских шейхов, это 90-е годы, вы сами знаете, у меня этот баракат этой книги, вам скажу, у меня сердце осталось, когда они охаивали этих суфистов, называя этих суфистов, не суфистов, вы сами знаете, да, какое вот это у нас есть сегодня тоже бывает. Я думал, слушайте, ну что эти люди от них хотят? Цель этих суфийских шейхов одна, чтобы человек помнил о Всевышнем Аллахе, не говоря о том, что он не совершил намаз, они даже, если Аллаха самого забудешь, как бы требует, чтобы говорит, сделал того покаяние, и вспоминал Аллаха, не говоря о грехах уже, просто забыл Аллаха. Как можно критиковать этих людей, которые призывают к этому? Мне никак не шло, вот мне вот как броня шла, вот эта критика, которая шла, я не мог много отвечать на эти вещи, да, тогда еще, пока еще не учился, но не приняло меня, не влезло мне в сердце, потому что, аль-хамдулла, я прочитал книгу, получил баракат этого шейха, и ну как можно, на самом деле, это я не как бы свой пример привожу, как можно говорит против шейхов, которые призывают к поминанию Всевышнего Аллаха, если забыл поминание Всевышнего Аллаха, делать таубу от этого, не говоря о грехах, и опять начинать вспоминать Аллаха, как можно против этих людей выходить, выступать, что-то говорить?
Дай Аллах нам тафих, иман, понимание этого. И Альхамдулилла, и 100 000 раз Альхамдулилла, что у нас в Дагестане есть истинные шейхи, за которыми нам следовать и следуем, и будем, иншаллах, следовать. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن عباس رضي الله عنهما говорит الله تعالى не наделяет говорит человека знаниями своего раба кроме как в молодости и все благое заключается в молодости Также имам Газали, рахимахуллах, величайший ученый ислама, относительно молодости, чтобы мы ценили молодость, использовали молодость, говорит, невежество невежды по мере старения возрастает. Кто глуп в молодости, говорит он, с годами его глупость только усиливается. С этих прекрасных слов величайших людей истории ислама мы понимаем, дорогие братья, откладывать на старость благое поклонение ибадат не стоит, потому что это вергнет человека только лишь банкрот. Почему мы так говорим? Потому что мы вокруг нас видим очень много людей, которые ссылаются на это, когда чуть в возрасте буду, начну, постарею, поверну русло правильное свою жизнь, займусь ибадатом. Еще скажу, Ибн Атайлах Хикхами говорит, у кого начало яркое, у того и конец бывает ярким. Имеет в виду, начало это молодость, а конец это старость. У кого яркое начало молодость в ибадате, поклонении, у этого человека старость тоже будет таким же. Мы когда заглядываем в историю сподвижников, сахабов, пророка, алейхиссалату вассалам, мы обнаруживаем, дорогие братья, когда распространяли слово Аллаха, сподвижники, когда не жалели свою жизнь, свое тело, свое время, ничто из своей собственности,
самое большое количество, в основном сахаби были в возрасте, распространяя ислам, от 18 до 35 лет. Это самая прекрасная жизнь, основная жизнь на этой земле. Также к этому пример является Абдуллах, имеется в виду Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анхума, величайший сподвижник пророка, салям, человек один из семи, кто поведали умме самое большое количество хадисов пророка, алейхиссалату вассалам. Его возраст, когда пророк, салям, покинул этот мир, был не более 24 лет. К чему мы это все говорим? Молодость человека является это время, когда больше всего человек подвергается испытаниям Всевышнего Аллаха, и это срок в его жизни является, когда Иблис проявляет особое старание, чтобы сбить с пути Аллаха, с правильного пути подрастающее поколение. И основным инструментом, чем руководствуется, чем используется Иблис сегодня, сбить молодежь с правильного пути, это является социальные сети, с чем непосредственно каждый из нас сегодня сталкивается. Теперь немного посмотрим на статистику, чтобы нам было более ясно, что делают социальные сети с нашим обществом. Когда делали анализ прошлого года за один преддверии лета, за один месяц, май, было зарегистрировано во все каналы социальных сетей около 38 миллионов человек. Это за месяц лишь. И когда смотрим, что было ими создано, опубликовано, распространено, это достигает числу 670 миллионов сообщений. Если задуматься и спросить, сколько интересно из этих всех публикаций, СМС, информации, которые выложили в интернет, отправили, за что не придется нам стыдиться и краснеть перед Творцом. Когда мы начинаем думать, конечно же, число в нашу голову приходит очень малое, учитывая ситуации вокруг нас. Еще если хорошенько подумать, 670 миллионов публикаций за месяц, из всех этих, если хоть один СМС взять, одну публикацию взять, где человека порочат, где человека унижают, оскорбляют, вот это тоже с чем сравнится. Видят миллионы людей, и этим мы делаем свидетелей, и пагубность этого тоже мы предполагаем приблизительно. Еще более интересное, из этих 38 миллионов человек, по статистике, 62,7% людей в возрасте от 18 до 34 лет. Интересное совпадение. Вот мы чуть выше говорили, сахаби, которые поднимали, распространяли слово Аллаха, в основном большое количество сахабов были в возрасте от 18 до 35 лет. Сегодня около 63%, это 2/3 населения именно этого возраста, которые находятся в соцсетях. Мы видим, дорогие братья, к большому сожалению, Иблис за это 14 веков как постарался сбить человека с правильного русла и как он работает усердно среди человека. От 18 до 35 лет – это самый смак жизни человека, и люди подвергаются именно этим пагубным явлениям. Что касается вреда интернета, в основном наркотики распространяются, мы все знаем, для нас это не является секретом, именно через интернет. Большая часть разводов, здесь находятся имамы, алимы, они не дадут мне ошибиться, соврать, подтвердят,
частности, сам являюсь этому свидетелем, большая часть разводов среди населения является именно интернет, именно социальные сети. Приходят с разными случаями, приходят мужа, говорят, что нашел общение супруги, приходят жены, говорят, таким же образом обвиняют мужа, на почве этого массово расходятся, разводятся. Специалисты доказали, если долго засиживиться, то это может, говорит, сказаться также на здоровье человека, на его психическом состоянии, нарушение сна, становится подверженным к депрессии, может развиться интернет-зависимость, что является не хуже наркозависимости. Люди теряют навыки общения в реальной жизни, становятся замкнутыми, ограниченными мышлениями. Размышлять это препятствует, ограничивает человека разум. Ребенок может попасть на сайт, информация которого оставит заметный отпечаток на психике ребенка. Здесь ранее выступающие говорили основными двумя причинами, из-за которых человек большее количество попадут в ад. Здесь сказал Курбан Хаджи, это язык и половые органы. Если с этой темой с точки зрения посмотреть, язык полностью заменил сегодня соцсети. Более того, то, что язык делает, 100 раз больше делает сегодня социальные сети. Без социальных сетей, без телефона, интернета, если человек, например, сделает любой из тяжких грехов, это оставалось до сих пор в ограниченном окружении. А сегодня именно посредством этого этот грех распространяется на весь мир. И половые органы, то, что он упомянул, что является более подталкивающей к половой близости, к прелюбодеянию, к этой самой мерзкой, отвратительному греху, нежели социальные сети. Именно из-за этого же, по причине социальных сетей же, совершают половыми органами люди грехи. Именно этими и разводятся люди. Дорогие братья, каждый, кто пользуется социальными сетями, должен знать до звонка, до отправки смс, до какого-либо публикации следующее. Задевает ли в первую очередь он честь кого-либо? До того, пока он не выложит, не отправит, он должен задуматься над этим. Также он должен знать, получится ли от этого информация, от этой информации хула, сплетни, наговор на человека. Также он должен думать, станет ли его публикация причиной смуты фитны. Почему на эти вещи мы должны уделять внимание? Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, называет эти грехи смертными, очень тяжкими. И если человек просто так это совершит, без социальных сетей, и то достаточно последствий и участь человека, кто сделал этот грех. Честь, который сохранен в исламе, как сохранен два харама, Мекка, Медина, когда человек задевает без свидетелей, то ему гораздо легче исправить это, попросить прощения. И если малый впереди малого круга он это делал, у них тоже попросит прощения. А когда через соцсети человек это делает, нами упомянутые грехи, задевает честь, наговаривает на человека, или же публикует такую информацию, из-за которых возродится, появится смута среди населения, этот человек контролировать уже не сможет.
исправить раскаяние его не подлежит, потому что условие таубу является, когда мы делаем гибат бухтан на кого-либо, каждый человек, кому ты насчет него говорил, ему тоже надо обратное доказать. Ему тоже надо сказать, то, что я выкладывал, это было неправильно, моя ошибка, прости меня, он не такой. Это сегодня в соцсетях физически просто невозможно, дорогие братья. Некоторые аулия и алими даже вот не любят, когда они видят человека, совершающего греха, из-за одной причины. Почему? Чтобы увидел, например, курящего человека, человека, который употребляет алкоголь, чтобы не был он свидетелем судный день. Это день отчаяния, тяжелый день, чтобы его не задержали для его спроса отчета. Лишние секунды, лишние минуты, чтобы он не был свидетелем. Если вот так остерегались аулия и алими, понимающие тяжесть этого дня, смотря в соцсети, мы должны делать отчет, анализ, сколько нам придется из-за разных грехов стоять, хоть даже наш спрос закончится, нас дальше не будут пускать. Большая просьба к родителям, чтобы контролировали своих детей. Мы часто замечаем картины, когда даже посещаем гостей. Вот лишь бы не мешать родителям, дети не мешали во время прихода гостей. Дают руки маленьким детям смартфоны, телефоны, компьютеры. Ты сиди там, не мешай. Здесь же мы прочитали, ребенок может попасть на сайт, информация которого оставит заметный отпечаток на психике ребенка. Не дай Аллах, в этот момент, если наткнется ребенок на ту или иную пагубную информацию, ребенок на всю жизнь это не забудет. Ее психика может одним просмотром сломаться. Так просто мы сегодня в руки детям даем смартфоны, интернеты, телефоны. Большая просьба, чтобы хотя бы контролировали. Я бы сказал, вообще детям телефоны с интернетом, компьютеры вообще в руки не давали. Я сторонник этого. Но если так, хотя бы мы не можем контролировать то, что они читают, отправляют, смотрят. Мы должны. Почему? Потому что если мы хотим сохранить наших детей, пагубное проявление через соцсетей, также статистика нам говорит, дорогие братья, те люди, которые оказались в лесу и в Игиле, нам статистика говорит, 80% те, которые выехали за рубеж в Игил, они поехали именно через соцсети. Не увидел человека своими глазами, кто его туда отправляет. Понимаете, какую работу делает соцсеть? Человек оставляет свою семью, человек оставляет свою родину, своих детей, идет сам себя взорвать, все оставил. И он не видит глазами того, кто его отправляет туда. 80% кто ушли, статистика нам говорит, ушли именно так. Лишь 20% из тех, которые увидели человека, кто его отправляет туда. Вот такую невозможную описать работу делают социальные сети, интернет с нами, с нашими детьми. Пусть Аллах нам поможет быть бдительными. И когда мы пишем, когда мы звоним, отправляем смс-ки, надо учитывать, соблюдать этику тоже. Это алими нам говорят, это равносильно тому, что ты идешь в гости, стучишь в дверь. Звонки наши к другому человеку, это один к одному. Как нам показано пророком саллаллаху алейхи ва саллям заходить в гости, как нам показано пророку саллаллаху алейхи ва саллям обратиться к человеку, стучать его в дверь не более 3 раз с паузами, дать возможность ему закончить, если он омовение делает, если он не одет. Точно так же нужно с звонками в обращении в соцсетях тоже. А мы иногда, к большому сожалению, видим
обратную картину. Бомбят раз за разом, звонят. Может человек занят, может человек не может поднять, не может ответить. Также то, что мы выкладываем в инстаграмах, фейсбуках, соцсетях, интернете, должны раньше времени думать. Пусть Аллах Та'ала нас сохранит. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, насчет соцсетей несколько слов скажу. Вот мы с вами стали свидетелями. Вот последние дни в соцсетях развернулась такая словесная перепалка, взаимная брань, перекоры, оскорбления, унижения. И все бы ничего, если бы все это касалось бы простых людей. Простых людей, но нет. Вот это все шло в адрес наших духовных лидеров. Непростых людей. Это люди, согласно Корану и Сунне, за которыми мы обязаны следовать. Это люди, которых мы должны любить всем сердцем. Это люди, которые каждый день сотни человек наставляют на путь истины. Это люди, которые днем и ночью за нас переживают, за дагестанский народ, создают для улучшения нашей жизни, стараются создать все возможные условия. Это люди, в конце-то концов, которыми являются потомками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И в адрес таких великих людей, особенно вот последние дни, что себе позволили, это, конечно, просто ужас. Вот как, какую яму они себя загнали или загоняют. Можно сказать, оттуда вот даже выхода нету. Теперь, что сделать со словом Всевышнего Аллаха, хадису Аль-Худси, «Ман ада ли валиян, факад адамтуху бильхар». Кто будет враждовать с моим приближенным любимцем, с вали, то этому человеку Всевышний Аллах говорит, я объявляю войну. Что сделать нам со словом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иякум валь гиба, фа инна аль гиба та ашадду мин аз-зина». Остерегайтесь хулы, гиба. Гиба, все знают, что такое. Это говорит о другом человеке, о его каких-то качествах. Если бы он рядом находился бы, мы об этом не говорили бы при его присутствии. А говорить и писать, как Идрис Хаджи сказал, это одно и то же. Аль-каляму ахаду лисанайн. Ручка, карандаш, это один из языков. Это одно и то же. Остерегайтесь хулы, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поистине хула хуже, чем что? Хуже, чем прелюбодеяние. Риба, что такое? Знаем же мы, ростовщичество, риба. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, ростовщичество, вот риба, имеет 72 категории. Самое меньшее из них – по тяжести греха, самая меньшая из них равна чему? Совершению прелюбодеяния со своей родной матерью. Представляете? Риба, самая меньшая степень риба равна совершению прелюбодеянию со своей матерью. Теперь пророк в другом хадисе говорит, «Инна мин арба риба, «Аль-иститалята фи ирзил муслими би гайри хаким». Самым тяжким ростовщичеством, арба-риба, самая тяжкая риба, это говорит, позволить себе опорочить честь мусульманина, не имея на это права. То есть распускать свой язык в адрес мусульманина, не имея на это права. Потому что есть места, где мы имеем право сделать гибат. Например, если кто-то делает зулму, нас притесняет,
мы имеем там имаму или кому-то там правителю сказать, что такой-то человек, он занимается насилием. Вот здесь мы имеем право. А без права это получается, что арба риба, самая меньшая риба, мы что сказали, а самая тяжкая степень риба, это распускать свой язык, адрес мусульман. Вот сейчас, вот эти хадисы, уважаемые братья, это касается нас с вами, простых мусульман. Вот до этого вот тяжесть греха достигает. Теперь вот представьте себе, если мы распускаем свой язык, свои руки, свою ручку, свои эти компьютерные кнопки, если мы распускаем их в адрес таких великих людей. Вот что ждет этих людей, представляете? Теперь хорошо, вот как сделать таубу вот относительно этого греха? Гиба, как сделать таубу? Вот как Идрис Хаджи сказал, просто так попросить Аллаха, о Аллах, я сделал гиба, адрес таких-то людей, прости меня, Аллах не примет. Потому что ученые говорят, потому что это грех между тобой и между тебе подобным человеком. Обязательно нужно попросить у него прощения. Вот у этих великих людей теперь, вот эти люди, кто позволяют себе вот это все, как они будут, если вдруг они опомнятся, вот как они сделают таубу? Вот как они попросят у них прощения? Хорошо, выдался такой шанс, встретились с ними, теперь попросили у них прощения. Это хватает? Нет. Идрис Хаджи здесь сказал, что вот эти тысяч и тысяч людей, которые вот это прочитали, теперь откуда ты найдешь этих людей, чтобы им доказать обратное, что сказать им, я был неправ вот, относительно своих высказываний в адрес таких-то людей, оказывается, я ошибался. Вот теперь как найти этих людей? Ты сотни тысяч, миллион людей же это прочитали. Миллион людей в судный день будут свидетелями вот над этими людьми. Как их найти? Где они? Кто они? Мы же не знаем. Вот когда выходим на улицу, мы видим вот электропровода, по которым проходит постоянно ток. Они бывают разного напряжения, высоковольтные, там меньше напряжения. Если там низкое напряжение, если дотронешься, ты, может, останешься в живых, но тебе, ты все равно пострадаешь, тебе больно будет. Но если ты ухватишься за высоковольтный, ты уже в живых не останешься. Там бывает вывеска «Осторожно, опасно для жизни». Вот высказывание в адрес таких людей – это все равно, что ухватиться за высоковольтную линию, уважаемые братья. Пусть Аллах милостивится над нами. Слово предоставляем Абду Ахаджи. Пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوافي نعمه ويكفي مزيده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين دربو جماعات وجميع براتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В первую очередь я поздравляю, можно сказать, всех мусульман с открытием этой прекрасной мечети. Дай Аллах нам всем тауфик, особенно соседям эту данную мечеть именно посещением. Потому что в постройке мечети присутствуют две стороны. Это как материальная, так и духовная. Ученые говорят, материальная сторона в постройке мечети – это самая легкая. Потому что нет в истории мечеть, которая была начата и не была завершена. Потому что это дом Аллаха, Аллах помогает. Вторая сторона, духовная сторона – это очень важная и очень сложная, говорят ученые. Поэтому призываю себя и вас, чтобы мы не давали, чтобы наши мечети пустовали. Пусть Аллах нам в этом поможет. Дорогой джамаат, вот то, что я хочу сказать, это тема просвещения, тема наставления. Вот здесь присутствуют две категории людей на данном маджлисе.
Первые – это те, которые словесно должны просвещать наше население. Это наши имамы, алимы, да продлит Аллах им жизнь. Вторая категория – это мы с вами, последователи за имамами, алимами, которые слушают их, которые тоже должны просвещать население, тоже должны делать насихат обществу. Каким образом? Конечно, несловесно, потому что у нас нет знаний, которые есть у имамов и алимов. Мы должны тот насихат, тот наставление, которое они делают, принять, применить в жизнь и другим людям объяснить, что вот такая прекрасная у нас религия ислам, чтобы мы не становились причиной, чтобы про нашу религию ислам и про нашего любимого пророка, саллиллаху алейхи ва саллима, люди говорили плохо. Вот здесь, вот, на данном маджлисе присутствуют люди, которые и так посещают мечети, вот, которые не оставляют мечети пустыми. Они уже были в мечетях. Я сомневаюсь, что здесь есть человек, который первый раз в мечеть зашел. Мы не будем просить поднять руку, который вот, кто-то привел первый раз в мечеть. Я думаю, таких нету. Это наше упущение. Каждый, кто здесь присутствует, особенно прихожане мечети, мы должны на себя чуть-чуть взять обязанности, груз. Именно вот за эту неделю, за этот месяц двоих людей я наставлю. Двоим людям я сделаю наставление. Или двоих людей я приведу в мечеть. Не получится мечеть привести. Хотя бы сказать: брат, ты находишься в грехе. Ты в осушении Всевышнего Аллаху Та'ала. Мы же должны подойти этим людям. Потому что, дорогой джамаат, сколько людей вокруг нас, наши родственники, друзья, соседи, односельчане, которые далеки от религии ислам. Они же мусульмане. Они же говорят: мы мусульмане. Но насколько они далеки, насколько далеки их деяния от ислама. Мы это тоже видим. Поэтому каждый, кто присутствует, которым Аллах дал тауфика, Аллах проявил милость, и он посещает мечеть, он соблюдающий мусульманин, он должен на себя чуть-чуть взять и просвещать других людей своими красивыми нравами. Вот четыре условия есть для того, чтобы просвещать население. Первое – это, конечно, знание. Каждый человек должен знать, к чему он призывает. Про религию ислам, про джума намаз, про намаз. Он должен объяснить человеку пользы, он должен объяснить человеку, что будет, если он не будет их совершать и так далее. Вторую очередь – это благой нрав и примерный, праведный образ жизни, правильный образ жизни. И в третью очередь – это мягкость, дорогие мои братья. И в четвертом – это, конечно, максимум проявлять терпение. Ни один человек… Мы разве сами с первого раза пришли к этому? Нет же. Ни один человек не бывает от того, что мы один раз сказали, он прямо вот поверил и пришел. Не бывает. Такого не было даже с пророками. Да будет доволен ими всеми Аллах. И нашим пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, который очень много раз подходил к заблудшим людям, который, Нух пророк, алейхиссалям, который сотни лет просвещал, наставлял людей, но сколько человек за ним последовали? Также можно привести других пророков для примера. Они очень много раз подходили к людям с наставлением. Что же говорит про нас? Поэтому в этом деле, дорогие мои братья, мы должны проявлять огромное терпение. И каждый раз, любя, не на высокий уровень себя поставить, а спуститься на уровень его интеллекта и на его уровне с ним разговаривать. Со строителем на его уровне, с чабаном на его уровне, с чиновником, хакимами, согласно вот, соответствию его акла и его разума. Когда, дорогие мои братья, мы для этого подберем время, подберем возможность, или увидим, что этот человек заинтересовался, здесь, дорогие мои братья, мы должны придать огромные усилия, чтобы этот человек понял, о чем ты говоришь. Вот один ученый рассказывает, дорогие мои братья, что в обществе был, говорит, чабан, к которому подходили очень много людей, ну, чтобы он начал делать намаз. Очень много людей, но это было безрезультатно, без эффекта. Он как чабановал без намаза, мусульманин, так и продолжал чабановать.
Но этот ученый, имеющий знания и мудрости, и мягкость, и благой нрав, он подходит однажды к этому чабану и говорит: прежде чем вывести свой стадо овец на пастбище, ты можешь один намаз сделать? Он говорит: могу. Делай, говорит. Из пяти намазов один намаз сделал. Через некоторое время этот ученый подходит к нему и говорит: когда ночью пастбище домой принесешь, ты можешь еще один намаз сделать? Он говорит: могу. Хорошо, делай два намаза. Проходит еще определенное время, он подходит к этому чабану и говорит: а ты можешь перед сном тоже еще один намаз сделать, прежде чем лечь спать? Он говорит: могу. Три намаза делал. Человек, который в жизни не делал намаз и которого не могли убедить, чтобы он начал делать намаз. В конечном итоге, то, что этот ученый сделал, джамаат, люди, общество узнали и начали его упрекать. В одном маджлисе, где многие ученые собрались, по оскорбительной форме адресуя свой вопрос этому ученому и говорят: ты, оказывается, разрешил три намаза, чтобы человек делал. Тогда этот ученый встал и говорит: этот человек в жизни намаз не делал. Он посредством того, что я его попросил, и через определенное время начал хотя бы три делать. Но вот здесь ученые все собрались, а это было место, где 40 больших ученых собралось. Вы заставьте хотя бы эти два сделать, оставшие два, чтобы он начал делать. Всегда, дорогие мои братья, мы должны использовать именно мудрость, красивое увещевание. Пусть Аллаху Тааля нам даст тауфик, дорогие мои братья, следовать за алимами и своими примерами, красивыми нравами просвещать другое население. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Marhaba habibullah,
حبيب الله في شرق الزلعراء مرحبا حبيب الله في شرق القصيم مرحبا حبيب الله في شرق القصيم مرحبا حبيب الله في شرق نعمات الله مرحبا حبيب الله في شرق روح القدس مرحبا حبيب الله في شرق عيد العز مرحبا حبيب الله في شرق عيد النعيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد سفي الله لا إله إلا الله محمد كريم الله لا إله إلا الله محمد رحمة الله لا إله إلا الله محمد أمين الله لا إله إلا الله محمد صراط الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله لا إله إلا الله محمد سيف الله لا إله إلا الله محمد ذكر الله لا إله إلا الله محمد حزب الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم للشريعة أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعد الشجر نطق الحجر شرق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لدى لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته Заместитель муфтия Ахмад Хаджи Кахаев, пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои братья, позвольте мне в первую очередь вас приветствовать и передавать вам слова приветствия от нашего муфтия шейха Ахмада Фанди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху, который дал нам возможность вот так собраться, открыть новую мечеть. И за этот большой ни'мат мы должны благодарить Всевышнего Аллаха. Давайте вместе все скажем «Альхамдулиллахи Раббил Аламин, хамдан юафи ни'амаху ва юкафи у мазида». Дай Аллах, чтобы Аллах всегда был доволен. Дорогие мои братья, строительство мечети – это один из самых любимых дел,
которое было у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма. Вы обратите внимание, когда алейхи саляту ва салям отправился из Мекки в Медину, когда он переселился, он остановился на несколько дней в Куба, он построил там мечеть. Еще дальше шел, еще одна мечеть. Потом прибыл в Медину, и первым посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, его первым, то, что он выбрал, это было его выбор места, где построить мечеть, дом Всевышнего Аллаха. Алейхи салату вассалям, где бы он ни остановился, где бы он, куда бы он ни отправлялся, он первым, что построил, это была мечеть. Поэтому думаю, что сегодняшнее наше открытие этой мечети и тот труд, который... Тот старание тех людей, которые постарались довести этот мечеть до конца, это было один из лучших поступков и из тех поступков, которого любил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Дай Аллах, чтобы их каждый шаг, каждая их мысли, намерение, каждый потраченный деньги, физический труд, это все было, чтобы Всевышний Аллах сделал его принятым, чтобы он был принятым. И дай Аллах, чтобы им всем, и нам всем дал такой, как Ахмад афанди, куддиса сирруху, сказал одно время, во время открытия одной мечети, одному, кто построил эту мечеть, как ему он сказал, что дай Аллах, чтобы Аллах дал ему такой болезнь, который этот, вот у него была такая болезнь, что этот человек не может остановиться от строительства мечети. То есть вот такой же болезнью мы тоже болели, чтобы каждый день мы думали, что, где построить новую мечеть и где, и кому им создать больше возможностей и прийти поклоняться Всевышнему Аллаху. У нас в Дагестане есть мечети. Альхамдулилля, хвала Всевышнему Аллаху. Если кто-то думает, что их много, их немного. Я почему скажу? Потому что до Советского Союза мечети у нас были еще два раза больше. У нас около 5000 мечетей были в Дагестане. То, что у нас есть сегодняшний день мечети, столько мечетей даже у нас нет. Даже половины у нас нет. И поэтому я думаю, что где можно построить мечети, где можно создавать людям удобство, строя мечети, у нас полно места есть, и дай Аллах, чтобы Аллах Азза ва Джалля нам дал возможность на это. Алейхи салату вассалям в одном хадисе сказал: «Ман бана масджидан лиллахи, ябтаги бихи ваджха Аллахи, бана Аллаху лаху байтан фил джаннати». Кто построит мечеть ради Всевышнего Аллаха, то есть в этом у него есть только, что за это он ищет только довольство Всевышнего Аллаха. Если он вот так построил мечеть, дом Всевышнего Аллаха, тому Всевышний Аллах построит дом в раю. Вот так сказал алейхи салату вассалям. Также алейхи салату вассалям сказал: «Ахаббу л-биляди иляллахи масаджидуха». Из того, что есть в городе, из этого всего, самые любимые для Всевышнего Аллаха, это являются мечети. То есть у нас в городе есть разные строения, рынки, другие разные. Вот если охватить полностью наш город, вот из этого всего строений на этом городе, всего, что здесь есть, из этого самые любимые для Всевышнего Аллаха являются мечети. И поэтому дай Аллах, чтобы Аллаху Азза ва Джалля нам дал еще больше тауфика, возможности и построить мечети. И как Абдуллах Хаджи сказал, чтобы и не только материально строить его, и также его украшать нашим приходом на джамаат намаз и на джума намаза. Дорогие мои братья, здесь на этом маджлисе сегодня упоминали и рассказывали о жизни Саида афанди куддиса сирруху. В книгах говорится, что вот инда зикри салихин, когда при упоминании вот благочестивых праведников, если когда мы вспоминаем о них, рассказываем о них, вот в это время, что не спасается милость Всевышнего Аллаха. Дай Аллах, чтобы Аллаху Азза ва Джалля нас сделал из числа тех, кто получил милость, рахму сегодняшнего маджлиса. Также в этом маджлисе рассказывали о хуснуль хулюке. В наше время, как
Нам наш дорогой брат Идрис Хаджи сказал, что и в соцсетях, и на улицах, везде мы видим, что мы снутри духовно мы очень сильно болеем. Человек не боится Всевышнего Аллаха делать гибат. Это время духовной болезни. Это время ахирус замана. Мы очень мы нуждаемся, чтобы мы улучшили свои нравы. Чтобы наяву у нас улучшились нравы, мы должны очистить свое сердце. Здесь было упомянуто и рассказали нам о тасавуфе, тарикате. Если мы будем в тарикате, если мы будем очистить наши сердца, и наши явные поступки тоже будут соответствующие. И то, о чем говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о хуснул хулюке, что самое из лучших дел человека, это является усовершенствовать свои благие нравы. И о том, что он сказал, что люди, большая часть людей, которые войдут в рай, они войдут от того, что они имели благие, хорошие нравы. Чтобы эти благие нравы, чтобы мы имели, для нас необходимо тасавуф, тарикат. И поэтому, альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху, что Аллаху Субхану ва Тааля нам дал возможность со времен нашего пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, до сегодняшнего дня были праведники, были асхабы, радиаллаху анум, табиина, и они, их всех Аллаху Азза ва Джалля сделал у нас в Дагестане. Если посмотреть на Дагестан, Дербент, посмотреть, сколько асхаба похоронено. Только мы знаем те, кто похоронено в Дербенте. А сколько же были они похоронены в разных других районах. О них истории мы не знаем. Если смотреть про салихинов, тех тарикатских машаихов, посмотрите на сельсиля, сколько машаихов у нас были только по сельсиля тарикатскому. Если смотреть обычных других авлия, уляма, ученых Дагестана, которые, отправляясь в Мекку, удивляясь на уровень образования дагестанских ученых, тогда в Мекке, Чтейк-Азия, Муфтия, что сделали? Назначили наших алимов там кадиями, имамами. Но, альхамдулилля, Дагестан это прославляется со своими учеными алимами. И дай Аллах, чтобы Аллаху Азза ва Джалля нам дал такой крепкий иман, такое понимание, чтобы мы их любили, мы их уважали и мы были на их пути. Здесь сегодня были тронуты вопросы талака. Были очень актуальные темы сегодня затронуты. Мы знаем, что ахирус заман, когда приблизится, и дети прелюбодеяния, незаконно рожденные дети, их станут больше. В этом нет сомнения. Но мы должны стремиться, чтобы эти незаконно рожденные дети у нас не были. Мы хотим, не хотим, их будут больше. Но не дай Аллах, чтобы они оказались нашими детьми. Чтобы они, мы тоже не оказались отцами тех незаконно рожденных детей. Для этого нам необходимо очень внимательным быть во время нашей женитьбы, когда бракосочетание. Нам необходимо быть очень внимательными, если вдруг окажется, что нужно делать развод. Или же обратно их примирить. Думаю, что как мы нуждаемся во время бракосочетания обратиться к имаму, чтобы он научил нас словам вот бракосочетания, чтобы вот так же мы наших детей обучили, чтобы они во время развода тоже эти слова произносили, кроме как рядом имама. Если мы так будем делать, то тогда мы спасем нашу умму, то тогда мы спасем наших детей от прелюбодеяния. Почему я этого говорю? Но как-то мне тоже пришлось же работать имамом, делать никах и участвовать во время развода. Я знаю очень много такие моменты от тех людей, которые даже бы я думал, я тогда думал, что они, наверное, очень верующие, очень большим иманом люди. Но когда дело дошло
талака и возвращение жены, то тогда для них оказался шариат второстепенным. Дай Аллах, чтобы из числа нас такие люди не были. Чтобы такими не были, такими мы не стали, нам необходимо вовремя наших детей, кого мы женим, их предупредить и их тоже, ну, то есть, остерегать от этого. И еще мы должны остерегаться от того, что, знаете, одно время Ахмад Афанди Куддис сирру в одном маджлисе говорил, я могу, говорит, уверенно сказать, что те люди, которые оказываются в лесах, бандитизме, или сегодня они стали наркоманами, просто узнавать, говорит, их историю, с чем кормили они своих детей. Без сомнений найдем о том, что их, они своих детей кормили, говорит, харамом. Для того, чтобы в дальнейшем наши дети не стали и бандитами, не стали и прелюбодеями, и грешниками, в наше время нам необходимо обратить внимание на дозволенные пропитания. Далее, дорогие братья, про давата тоже очень актуальная тема. Вот иногда вопрос давата мы оставляем на имама. Мы думаем, он проповедь сделает, он насихат сделает, на этом ограничимся. Просто посмотреть в Махачкале, сколько мечетях люди намаз совершают. Джума намаз. Более 40 мечетях, около 50 мечетях совершают джума намаз. Каждой мечети у нас есть, альхамдулиллах, посетители. Если даже каждый из нас, не выйдя из своей семьи, если каждый из нас делает только всего лишь в своем семье, в своем доме дават, чтобы они были настоящими дагестанцами, россиянами, чтобы они были настоящими патриотами, чтобы они были настоящими мусульманами, чтобы они не стали бандитами. Если мы усердно с детства, с первого дня рождения нашего ребенка, если мы с этим даватом в своих семьях будем заниматься, даже нам ни одному из нас не придется выйти из своего дома и другому дават делать. То есть в этом вопросе, дорогие мои братья, в первую очередь мы сами виноваты. И дай Аллах, чтобы Аллаху Азза ва Джалля нам дал такой иман, такое понимание, чтобы мы смогли воспитывать наших детей правильно, чтобы мы смогли воспитывать наше общество правильному пути. И дай Аллах, чтобы в нашем общем доме России, в нашем родном Дагестане и везде всегда был мир, спокойствие, понимание. И дай Аллах, чтобы мы были отдалены от греховных поступков. В завершение хочу и имаму тоже сказать этой мечети, чтобы Аллах Азза ва Джалля дал ему долгих лет жизни. Аллах дал ему правильное понимание воспитывать тех посетителей, которые посещают этот мечеть, тех людей, которые окружают этот мечеть, соседей. И дай Аллах, чтобы ему такое понимание и мудрости, чтобы он наставлял их на правильный путь. И, конечно, здесь, наверное, Абдуллах Хаджи упустил о том, что, иншаллах, Рахман, в этой мечети тоже со следующего джума намаза намерено совершать пятничный намаз. Иншаллах, Рахман, вы можете посетить этот мечеть и приходить на джума намаз в этот мечеть тоже. Дай Аллах всем тавфик, крепкого имана. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Наш маджлис завершился, уважаемые братья, пусть Аллах примет. Давайте, как у нас принято, в конце прочитаем суру Аль-Фатиха, три кулгу и салат Аль-Фатих и сделаем дуа за наших шахидов. Аузу билля нашейтун раджим, бисмилля рахмин рахим, альхамду лилляхи рубилля алямин. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم الفرق
Салли Рабана, салли Маладжамил, амбия и вальмурсалин, альхамду лиллахи Раббил Аламин. Ассаляму алейка, айюхан набийю, ва рахматуллахи, ва баракату. Попросим уважаемого Хас Мухаммад Хаджи сделать дуа. عليك صلى الله يا خير قلب الله والآل والأصحاب والقوم يا لله عليك صلى الله يا خير قلب الله والآل والأصحاب Yeah.